Ну, час ночи уже, можно я-то хотя бы спать пойду? Перерыв на пописить закончился. Все по местам и продолжаем. Так, давай еще раз. Первый земляков копает траншею со скоростью 5 метров в час. Давай. Ну что давай? Пиши, первый земляков. Что? Ну давай завтра утром решу эту задачу. Ну честно, я встану пораньше, решу, ну честно. Так, мы я... с тобой договаривались, пока задачу не решишь, спать не пойдешь. Договаривались мы с тобой? Пиши, первый земляков. Кто такой земляков, знаешь? Знаю. Кто? Земляной полицейский. Нет. Землекоп. Коп от слова копать. Человек, который копает землю. И копает он ее со скоростью 5 метров в час. Рисуй. Что рисовать? Траншеи 5 метров рисуй. Как ты нарисуешь 5 метров траншеи? У нас комната 4 метра всего. Ты тогда же папе говоришь вообще. На листочке линию рисуй. Ну. Вот. 5 метров у нас. Так, первый земляков. Еще много там этих земляков? Двое. Спасибо. Беленкина. За двух друзей земляков мне. Первый земляков копает траншею со скоростью 5 метров в час. Это понятно? Я спать хочу. Я тоже спать хочу. Я тоже, если это важно. Но думаю, задача на данном жизненном этапе важнее. Время, час ночи сидим, задачи решаем. Классно! Я тебе говорила, со школы придешь, сделаешь математику, делай, что хочешь. Говорила я тебе это? Говорила? Говорила! И почему ты не сделал так? А не надо было меня рожать! Государство вас об этом не просило. Да я, честно говоря, Витя, и маму твою не очень люблю. Это просто прикол. Очень смешно. Как-то разведите обстановку. Ты со школы пришел, что делал? Ел. А потом? Спал. Значит, выспал? Ел. Почему? Я не сильно спал. Еще разочек. Два землякопа копают траншеи. Давай представим. Ты как будто бы землякоп. Я не хочу быть землякопом никаким вообще. Ты говорила, я хочу быть доктором, врачом. Хорошо. Хирург и анестезиолог копают траншею. Зачем? Операция неудачно прошла. Один наркоз неправильно рассчитал, другой разрез. Потому что в школе учились плохо. Так, один копал траншею со скоростью 5 метров в час, другой 2 метра в час. А ничего там, змею хоронят. Да, змею. Итого, один копает 5 метров в час, другой 2 метра в час. Значит, вместе сколько они копают? Сколько? 2 плюс 5 у нас сколько? 7. 7. Пол задачи решил уже. Бежи, 7. 7 чего? 7 метров. 7 метров. 7 метров что? 7 метров змея. Все, Коля, иди сам с ним разговаривайся, потому что ты... Коля! А? Позанимайся с ребенком, будь так добр! Господи, Наташ, что ты орешь-то? Ты орешь, он тебя боится уже. Орешь, я тебя боюсь. Соседи тебя боятся. Хомяк. Хомяк, слава богу, отбоялся. Так, о, что тут за задача? Вот, 25-я. Что там? Что там? Хирург и анестезиолог хоронят змею. Пожалуйста. Еленкин, что ли? Ты берешь дебильные задачи, мне. Сейчас разберемся, сынок, кто тут дебил. Фигня, небось, какая. Один землекоп копает траншею со скоростью 5 метров в час. Ну. Второй 2 метра в час. Ну. Сколько метров траншеи они выкопают за полтора часа?
Я смотрю, ты в школе тоже не особо высыпался, да? Наташ, ну-ка отойди, не дави на нас. Ага. Давай, короче, я тебе напишу, потом ты напишешь. Так, ручку положил. Положил ручку, хочу, чтобы он сам понял все. Виктор, прости, гестапо нас замечено. Еще разочек. Сколько землекопов? 7. Землекопов сколько? 2. 2. Сколько вместе они копают метров в час? 7. 7. Получается, за час 7, а за полтора? Вы меня не любите. Что ты говоришь-то такое, а? Цыган купили! У каких цыган? Не знаю, какие-то плакаты глядят. Солнце продали. Так, все, мы делаем перерыв. Что делаем? Я умер поскорее. Никто не ждет, чтоб ты был. Нет, мы делаем перерывчик на тортик. Тортик будем? Тортик будем? Да. Сейчас перерывчик на тортик и продолжим заниматься. Быстренько. Кто съел тортик? Наташ, я просто тоже откуда знал, что сейчас ночью эти землекопы вас до торта довезут. Так, тихо, давай, вместо тортика. Что мы будем вместо тортика? Вместо тортика мы будем... Гамбургер! Гамбургер. Сейчас папа у нас поедет за гамбургером со скоростью 5 метров в час. Так, ну так, давай, все, без психов, сейчас мы все решим. Отойди просто, ты уже сама уже завелась. Ну. Какой тебе гамбургер? Пусть как Майкл. Уже в двухкомнатную квартиру не влезает. Балкон откроешь, она свисать начинает. Можно по тексту, пожалуйста? Ну, обидно. Обидно, видимо, было десятку продать и газель купить, чтобы на дачу налить. Я ударю сейчас. Все, Наташа, подойди. Давайте быстрее, я думаю, легко полчаса уже не видел. Дайте задачу. Да, все. Витя, давай, собери там остатки мозга совочком. Давай, сынок, вот если логически рассуждать, сейчас тут отстранись, смотри. Значит, за один час они копают 7 метров. За один час. Значит, за полтора часа сколько они копают? В полтора раза больше. Правильно? 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 Ты зачем торт съел? Я не могу. У него вместо мозгов торт там в башке. Хорошо. Еще разочек. 7 метров траншеи они копают за один час. За полтора часа сколько? Не знаю, вообще наплевать. Пускай экскаватор купит текилы вообще. Я сейчас достану телефон, буду тебя снимать и в интернет выкладывать. А мне надо. Будешь популярной, как девочка с бочонками огурцами. Отвечай тогда. 7 метров траншеи они копают за один час. За полтора часа сколько? 8. Ух ты. Вперед, Виктор. Давай, только больше. 9. Больше. 10. Больше. 11. Меньше. 10. Больше. 11. Меньше. Ты издеваешься надо мной сейчас? Давай вместе подумаем. Смотри, между 10 и 11 есть у нас что-нибудь? Что у нас? Между 10 и 11 что есть? Пол 11? Пол 11 по-другому это сколько? Пол 11 это? Поздно. Пол 2 это поздно. Пол 11 это сколько? Да 10.30, это 10.30. Сидит там подсказывать. Че ты ревешь? Пиши, отец подсказал тебе. Че писать, это 10 или 30? 10 метров 30 сантиметров. Да. Слава Богу, хоть есть один человек в семье, у кого пятерка была. Два землекопа прокопают за полтора часа, 10.3. Ты что тут нам подсказывал, эй? Какие 30 сантиметров? Ты где взял это вообще? Наташ, ну полвторого ночи, у меня тоже голова уже не соображает. Если что, это и твой ребенок тоже. Я уже сомневаюсь, мой ли это такой тупой. А я вот сейчас наоборот, вообще не сомневаюсь, что это именно твой ребенок.
А в чем прикол? Что и требовалось доказать. 10,5 метра, 10,5. 3 зачеркнуто. Прокопает два землекопа за полтора часа. Слава Архимеду. Решил? Да. Сложно было? Нет. Нет. Все? Все. Доставай геометрию.